Молись за утешество наше земное.
сии, и врата сокрушили, яко всесилен, умерших, яко создательца воскресил еси, и смерти жало сокрушил еси, и Адам от клятвы избавлен бы из человека любче, тем же всезовем спаси нас, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие наставника истины, правозвестника, Господи, яко Господи преподобный,
Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте остро на приимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Братья, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я искренне возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему, через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь. И Духове Твоему. И аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в рот и рот возвещу истину Твою усты моими. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За ней рекал еси, вовек милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Аллилуйя. Апостола Евангелиста Матфея. Бог молитвами святаго, славного и всеславного апостола и евангелиста Матфея да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем и духами Твоему. От Матфея святого Евангелия чтение. Слава
его, положенного на постели, и, видя Иисус, веруя их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели избыток, с избытком. Я есть пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и един всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих.
наших и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся, милуй, держи, помилуй, спасение, посещение, прощение, оставление грехов, рабов Божиих, братья и прихожан святаго храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о плодоносящих и добродеющих во святимых сечестных храме всем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я по милости вы человека любез Бог, еси Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Помолитесь о оглашении, Господи, верь. Господи, помилуй. Я не слушаю, как молится, да Господь помилует и. Господи, помилуй. Господи, истины, Господи, помилуй. Правды, соединитых, содействия, соборных, Господи, помилуй. Помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы Ваше, Господи, и преклоните. Да иди с нами славит пречистое великолепное имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. И лице оглашение изыдите, оглашение изыдите, лице оглашение изыдите, да не кто-то оглашает и лице верхней партии, партии миром Господу помолимся. Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу на них, Христа и во веки веков. Аминь. Пати, пати, миром Господа помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Боже, и соспей, и соединение все, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, в храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящий к вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Боже, славитесь, плавно всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И мудрость. Я тогда под державою Твоею всегда храними. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Священного архимандрита, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеские чины притчи церковны, создатели, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ея, и всечестного протоиерея Иоакима, с братьями и сестрами святые общины сия, с тех, где предстоящих, поющих и молящихся, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Добрых и полезных там нашим и миром, мира, Господа, просим.
бесполезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Подай, Господи! Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предати. Причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Святого Духа.
пьющие, вопиющие, взывающие и благоющие. Господина Высокопреосвященнейшего
Антония, епископа Славгородского и Каменского, и благодарю святым твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгодействующих, право правящих, слово твое я истинное. Господи, помилуй, Господи, Господина нашего, Сергия, митрополита Барнаульского, Алтайского, и Боже дару святым в церкви в мире, целых, честных, здравых, долгодействующих, право правящих, слово твое истины. Господи, на нашего высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, приносящего святые дары сие, Господи Богу нашему, по великому спасению, и Отце нашим Кирилле, святейшим патриархе московском и всея Руси, и о Господине нашим преосвященнейшим Антонии, епископе Славгородском и Каменском, о преосвященных митрополитиках, епископе и епископе, о всем священничестим и иночестим чине, о богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церкви, о спасении, помощи, сочтении, страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении немощих лежащих, о зрении, славе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о их житии, что в помышлении Тима и о всех и за все. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, и Иисуса Христа со всеми вами. Сейчас святые поминувшие паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Честных, честных дарей Господу помолимся. Господи, помилуй. Я буду человека любить Бога, рождение вот этой пренебесной мысленной своей жертвенник, во имя благоухания духовного, вознесли нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Поисловите нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Твоею благодатью. Господи, помилуй. И ты воздержи нас это мирное и безгрешное у Господа проси. Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес нашего Господа проси. Господи. И оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. Там нашим и мира, мира для Господа проси. Подай, Господи. Очереди живота нашего в мире и покаяния скончать и у Господа проси. Подай, Господи. И мягкие кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Подай, Господи. Счастье Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Сподоби нас, Владыко, с одерновением неосужденно, смерти призывать о Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля.
вечный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко жив мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Мир всем и духами Твоему. Славы Ваше, Господи, преклоните. И вошедшего на небеса, и сидящего одесну,
конца. И Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, и исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом, молим святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Thank you.
Матки, Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, Пресвятая Богородица, Господь, Блажите тебя, Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без истинья Бога слова. Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокопреосвященнейшего Антония, епископа Славгородского и Каменского, и мы дарны святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгодетствующих, право правящих, слово Твое истинное. Святите ваши Господи, Господи, помяни, Господи, господина нашего, Сергия, митрополита Барнаульского, Алтайского, и Божьи дару святым церквам в мире целых, честных, здравых, долгодетствующих, право правящих, слово Твое истины. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, приносящего святые дары сия, Господи Богу нашему, великому Господине, и Отце нашим Кирилле, святейшим патриархе Московском и сия Руси, и о Господине нашим преосвященнейшим Антонии, епископе Славгородском и Каменском, о преосвященных митрополитиках, епископе и епископе, о всем священничестим и иночестим чине, о богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церкви, о спасении, помощи, сочаянием, страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении немощих лежащих, о смерти, о славе, блажении памяти, и оставление грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о ижике, что в помышлении и мать, и о всех, и за все. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, и Иисуса Христа со всеми вами. Святые, поминувши паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и освященных честных даре Господу помолимся. Господи, помилуй. Я буду человека любить Бога, тем его сыны и пренебесные мысленные служит, книгу неблагоухания духовного вознеслось нам божественную благодать. И дать Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоей благодати.
нашего Господа проси. Подай, Господи. И оставление грехов и прегрешений нашего Господа проси. Подай, Господи. Добрым и полезным душам нашим и мира, мира и у Господа проси. Подай, Господи. Любви живота нашего в мире и покаяния скончать и у Господа проси. Подай, Господи. Кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Подай, Господи. И веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи. Подобие нас, воды Бога, дерзновением неосужденно, смертью призывайте себе, Небесного Бога Отца и благого Тима. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Благодарит царство, силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем и Духе Твоему. Главы ваши, Господи, преклоните. Тебе, Господи. Благодарим еще за ангел, который вместе радостью, 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 небес, хвалите Его вышний, хвалите Его.